например, в Китае первый бутик, который открыли, Hermès, ты знаешь, да, эту историю? 2,5 миллиона долларов была выручка за первый день. Была огромная очередь. Сейчас в очереди огромные, невероятные какие-то в Шанель, и во все бутики стоят, и люди тратят деньги и просто вот истосковались по шопингу. Вот как ты думаешь, у нас будет так же или по-другому? Вот что, кстати, Монако покупают что-нибудь сейчас? Что говорят? Естественно, это не так, как в Китае. То есть мы разные, да? Они... возможно, только приходят к этому. Европа уже давно имеет возможность покупать, скажем так, сытые люди. Поэтому покупается в Европе все умеренно. Да, в Китае, возможно, такой вот хаос, я бы сказала, да. Я не могу сказать, что в Европе что-то подобное происходит. Будучи даже очень богатым человеком, люди думают, прежде чем купить ту или иную вещь, а нужна ли она действительно. То есть нет такого, что сметаются магазины, вносится брендовая одежда. Нет, я бы не сказала. А что ты думаешь по поводу онлайн-шоппинга? Вот у меня сколько было попыток, у меня практически все попытки неудачные. То есть у меня приходят вещи, они классно смотрятся на моделях, на фото они приходят, и я все их переделываю. Вот что ты думаешь, может ли жить онлайн-шоппинг? Для меня нет. Со мной та же история, Ян. Почему я не любила, никогда не заказывала онлайн? Но только сейчас, находясь на карантине, да, ну что делать? Хочется ту или иную вещь, да, хочется все-таки мы готовимся, что мы выйдем из карантина и будем одеваться и продолжать носить красивые вещи. Только сейчас я, наверное, заказала пару вещей. Так для меня онлайн-шоппинг не привлекателен. Я люблю пощупать, я могу потрогать, померить в магазине. И были такие случаи тоже, что я заказывала, либо размер не подходит, либо фактура ткани совершенно не та, которую я себе представляла. То есть для меня это сложно, действительно. И так как у меня очень маленький размер, мне действительно сложно. Иногда S, вот, допустим, был у меня такой случай, я заказала костюм спортивный S, но он просто на 5 размеров больше. При 43 килограммах, мне кажется, нужно не S, а XS, 100%. Если я уже XS ношу... Слушай, скажи, пожалуйста, есть ли какие-то у тебя... что ты поняла на карантине? Есть ли какие-то вещи, которые ты для себя открыла? Может быть, какой-то фильм, может быть, какую-то книгу? Я вот сейчас... подсела на Екатерину, да, фильм, сериал русский. И, ты знаешь, вот ей было бы карантин, я, честно, бы его никогда не посмотрела. Может быть, у тебя какой-то есть то, что ты для себя открыла? Мы пересмотрели множество сериалов, множество фильмов, различные. Так с семьей, с моей дочерью, также и триллеры, которые я обожаю, и сериалы, мне кажется, мы пересмотрели практически все. И книги я читаю также, и аудиокниги, тренинги. Занимаюсь саморазвитием. Ну, то есть карантин пошел 100% на пользу. Для нас карантин, да, пошел на пользу. Я могла сказать, что нет какого-то... нетерпение, да, откройте двери, и мне нужно срочно выйти. Нет, конечно, такого нет. Да, хочется, чтобы бизнес вернулся, чтобы все люди стали работать, да, зарабатывать деньги прежде, как мы это делали. Но находиться в изоляции, можно от этого тоже черпать какие-то положительные. Получать кайф, даже от самоизоляции. Ну, да. Вот мы начали снимать ролики. Вот, сначала все смеялись, а теперь уже все ждут. Поэтому самоизоляция, да, открывает какие-то новые истории. Они невероятно, невероятно интересные, смешные. Я тоже, кстати, хочу начать что-то снять, такое подобное, интересное. Да, Чтобы карантин точно не казался скучным. Вероника, спасибо тебе за прекрасный эфир. Спасибо. Я еще спасибо раз хочу, что Вероника поддержала нашу благотворительную историю, нашу с Naked Hearts, с Натальей Водяновой.
и поддержала этот благотворительный эфир. И спасибо тебе большое за то, что ты всегда занимаешься добрыми делами. Поэтому ты такая красивая, у тебя такая генетика, потому что ты тоже очень много делаешь добра. Я всегда говорю, бумеранг возвращается. Спасибо. Спасибо огромное за поддержку. Да, красотка. Всего хорошего, всего хорошего. Целую, пока. Хорошего. А мы не отключаемся, у нас сейчас будет Анастасия Беляк, друзья мои. Это очень интересная девушка. Не переключайтесь. Самый последний герой на сегодня. Так. Угу. Так. Я добавляю Анастасию Беляк. И сейчас прямо эта девушка только не из Лондона, а из Москвы. Настя, привет! Ты меня слышишь, Настя? Я не слышу Настю. А вы слышите Настю? Настя? Настя? Настя, ты меня слышишь? Не слышит? Настя, слышишь? А я тебя не слышу. Скажи что-нибудь. Не слышу тебя. А меня слышно всем? Настя, у меня все нормально. Вот, сейчас я слышу тебя, Настя. 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 Что-то у Насти происходит. Настя. Так, Настя что-то от нас отключается. Непонятно. Давайте смотреть. Что мне сейчас делать, скажите? Настя... Пока она отключилась, сейчас я буду ее заново подключать. Так. Угу. Настя? Ну так, все? Ты меня слышишь? Да. Ура! Ну, наконец-то. Привет. Привет, привет. Ну как вообще настроение в Москве? У меня вообще все отлично. Все отлично, супер. Скажи, пожалуйста, ты сейчас год как уехала в Лондон, Настя? А в том-то и дело, что года не прошло, и карантин начался. Анастасия Беляк, владелица Броу-бар Москва, Броу-бар Лондон. И еще Настя открыла уникальную академию в Лондоне, да? Ты расскажешь про нее, потому что мне завалили директ, значит, во-первых, с вопросами. Первый вопрос у всех. Почему Настя исчезла из светской жизни Москвы? Почему Настю не видят в Лондоне? Она что, заучилась? Поедет ли Настя в Лондон и вообще когда? Что за Академия Лондон? Почему она в этой Академии? То есть ты должна все рассказать, но больше всех, конечно, интересует, когда ты вернешься к светской жизни в Москве, чтобы ты понимала, а потом уже на втором месте про Академию. Ну, про светскую жизнь в Москве, мне кажется, здесь ответ очевиден. Я же в Москве не живу, поэтому, когда приезжаю всего лишь на несколько дней, хочется провести время с близкими, с родными, поэтому... Не совсем получается. Ну и сам факт того, что я живу в Лондоне. Вот. Скажи, поэтому... я всегда для себя хочу понять. Ну нельзя сравнить светскую жизнь в Москве, вот честно, со светской жизнью в угрюмом Лондоне. Во-первых, это мы сами... Даже при наличии академии Броу-бар, объясни вот. Вот скажи мне, как ты там не умерла со скуки? Еще и Стеллу Аминову забрала туда. Вот как? Что там происходит? Вот там есть светская? Нет, серьезно, там есть светская жизнь? Знаете, у нас там вообще... Ну, у нас вообще там отличная компания. У нас все так классно. А, во-первых, у меня, честно сказать, особо даже времени на светскую жизнь нет, потому что у меня учеба... С утра до 4 до 5, параллельно у меня работа, соответственно, это Club Academy, который мы открыли с моей партнершей Камилой в январе этого года.
И, соответственно, у нас времени на светскую жизнь нет. Ну и плюс, сами понимаете, то, что одно дело, она, как ты уже сказала, одно дело веселая светская жизнь в Москве, там она совершенно другая. Но ты не скучаешь? Вот я, например, я не знаю, я бы умерла со скуки в Лондоне. Несмотря на свой режим работы, ты прекрасно знаешь, что я работаю, и потом после работы чешу на мероприятие, потому что то у какого-то знакомого презентация, то что-то какой-то бал, то какое-то мероприятие, туда надо пойти, туда надо пойти. Естественно, после работы ты уже, знаешь, уже как на другую работу переодеваешься в офисе и идешь на мероприятие. Я, честно, вот мне тебя не хватает. Потому что мы частенько вылазили вместе, и мне тебя не хватает. Мы, конечно, встречаемся в Париже, но мне тебя в Москве не хватает. Я считаю, что для красивой светской девушки мероприятие, общение с друзьями необходимо. Вот в Лондоне, вот ты куда-то там, помимо своей компании, ты какие-то мероприятия сама бы устраивала бы. Ты делаешь что-то интересное? Мероприятия это как раз такие образовательные, раз в неделю. Мы ходим на private экскурсии в музеи, мы устраиваем лекции. Сейчас, к сожалению, произошло, соответственно, не совсем возможность заниматься физически этим, но мы все равно для наших мемберов организовываем онлайн-лекции. Обо всем на свете, все, что касается интеллекта, об искусстве, об экономике, о философии, о театре, о музыке, о кино. Ну, соответственно, сейчас все перешло в формат онлайн. Вот у нас была очень интересная лекция для наших членов от главного раввина России. У нас разные искусствоведы. Сегодня вышла лекция о князе Юсупове, об их самой богатой коллекции искусства, о том, как она повлияла на Эрмитаж. Я же обожаю русское искусство, особенно Юсупова, семья, которая была богаче самого Николая II и клана Романовых. Скажи, пожалуйста, у меня вопрос, как тебе удалось затащить Познера в Лондон? Как это вообще возможно? Как ты уговорила такого влиятельного и такого крутейшего человека поехать в Лондон практически в пандемию? Это же так было? Ну, это было 29 января, соответственно, чуть-чуть до пандемии. Но, как я, насколько знаю, мне известно, он очень любит Лондон. А тем более, это же вообще такое событие, как открытие нашего клуба. Поэтому он был только рад. Слушай, скажи, пожалуйста, а сколько у тебя вот в Академии? У тебя очень много иностранцев или в основном русские? Ну, знаешь, так сейчас получилось то, что изначально это были мои друзья, которые меня поддержали, которые купили членство, и как бы вот так вот, как word of mouth, цепляется именно русская публика. В основном сейчас это русские люди. Но как только закончится весь этот карантин, мы все-таки будем делать ставку на иностранных лекторов, на иностранные умы, и будем надеяться, что также много иностранцев. Очень важный вопрос. Вопрос по существу. Вопрос от очень нашего с тобой знакомого, не могу сказать кого. Можно ли познакомиться в твоей академии с приличной девушкой, которая такая же образованная, как и ты, которой не нужны светские тусовки, а нужны музеи, нужно воспитание, нужны выставки, театры и так далее. Вот скажи, можно ли там человеку, скажем так, неженатому мужчине встретить такую же девушку, как ты? Как раз-таки в Академии Лондон самые красивые, умные, образованные девушки. Нет, у нас красивых, как он мне сказал, много. Ему нужна умная и не испорченная. Вот вопрос, там можно встретить, вот он хочет купить членство, можно ли в Академии встретить такую девушку, которая бы увлекалась искусством, была такая же эрудированная и не думала о тусовках и светском обществе, а больше думала, скажем так, о фундаментальных вещах.
Я вот повторюсь, скажу то, что у нас как раз-таки собраны самые интеллектуальные девушки Лондона, которые развиваются духовно и культурно, и не просто ходят в музеи для того, чтобы там сфоткаться, потому что это сейчас стало трендом. И некоторые просто так выкладывают книжки, потому что сейчас это модно. Слушай, я хочу напомнить тебе один момент. Ты единственный человек в моей, скажем так, истории, из моих близких подруг, я еще одну знаю, не буду говорить кто, потому что это очень известный тоже человек, которая самоизолировалась от Инстаграма. Насколько тебя не было, ты ушла из Инстаграма и закрыла свою страницу? Ты знаешь, меня не было в Инстаграме 7 месяцев. Так. Мне вообще не хотелось, абсолютно. Но как раз-таки тот период, когда я его восстановила, у нас открывался брау-бар Лондон. И как-то, ну, естественно, я поняла, как-то привлечь внимание к этому брау-бар Лондону, надо вернуться в Инстаграм. И как только я его восстановила, честно сказать, я вела его достаточно активно. Но меня хватило очень ненадолго. Сейчас я вообще не веду. То есть как ты считаешь, а может ли высокоинтеллектуальная девушка, которая состоит в твоем клубе, и в принципе на сегодняшний день в твой клуб очень многие стараются попасть, чтобы познакомиться с приличными мужчинами, да, вот реально с приличными, которые ищут таких девушек не просто для знакомства, а именно для создания семьи. Вот у меня, вот как у человека всегда любопытного, вопрос такой. Как ты считаешь, нужен ли вообще таким девушкам Инстаграм? И что можно выставлять в Инстаграм, а что нельзя? Вот, допустим, сегодня у меня идет сейчас на Ютубе передача Ксении Собчак, которую мы с ней сняли в декабре месяце, и там есть очень прекрасный блогер, которая была со мной, кстати, соведущей моей передачи «На дожде. Вечерняя Хиллари», Алина Холина. Алина Холина, она говорит о том, что нельзя выставлять ни платья, ни завтраки, ни поездки, ничего нельзя выставлять. Вот. И, собственно говоря, вопрос тогда, для чего нужен Инстаграм, да, вот для какой цели? Скажи мне, вот что говорит по поводу этого Академия Лондона? Что можно выставлять, чего нельзя? Может, что-то я неправильно делаю, я честно скажу. Я хочу понять, что можно, что нельзя. Смотря твой Инстаграм, я вдохновляюсь, потому что ты очень много любишь все-таки иногда выставить и роскошь, и какое-то красивое платье, и какую-то поездку в Париж, еще куда-то. Как ты считаешь, это можно делать или это все-таки дурновкусие? Ты знаешь, я кажется, в первую очередь, каждый расставляет то, что кому нравится. И нет такого, что можно, что нельзя, что кому нравится, тот, кто выставляет. У каждого свои рамки дозволенного, свои какие-то понятия, свои какие-то традиции и воспитания. Это могу сказать однозначно, что, к сожалению или к счастью, не знаю, как это объяснить, что касается каких-то интеллектуальных постов, ну, правда, они не сильно кому интересны. Кому-то гораздо, гораздо более набирают популярность какие-то посты красивой жизни, конечно же, какого-то красивого выхода, платье и всего остального, поэтому, что касается, может быть, я, опять-таки, я не умею